Всем привет! Сегодня у нас на обзоре неказистый, но в то же время очень популярный автомобиль Toyota Probox NCP50. Это передний привод 1.3 мотор. Машина популярна у людей, которым вообще требуются какие-либо перевозки по городу, там какие-то мелочи, там, не знаю, дрова возить, там что-то, может быть, коробки какие-то развозить. Имеет багажник на 400 килограмм, достаточно высокий кузов. Единственное слабое место этой машины, я считаю, это мотор 1.3, 2NZ, который идет на ВИЦах. Маловато, но из-за маленького мотора машина доступная. Вот такой очень маленький мотор, 4 клапана. В России любят перегружать что грузовики, что какие-то автобусы полугрузовые. Перегружать пробокса с 1.3 мотором может быть чревато. То есть и эти машины надо однозначно покупать только с аукциона Японии, потому что вы будете знать реальный пробег. Единственное правильное решение — это привезти себе пробокса с Японии. Цены доступные, цены дешевле, чем на рынке, и вы знаете историю машины, ее реальный пробег, и она будет не греть вам голову ремонтом мотора, там, не знаю, какими-то расходами, а она будет ездить, работать, зарабатывать для вас. Салону пробокса проще некуда, но стекла опускаются и поднимаются автоматически, уже плюс. Фары можно настроить выше-ниже. Все на крутилках, все как-то вот самый простецкий мафан. Бардачка нету, просто есть отделение, куда можно что-то кинуть. По аукциону 4B. Все просто, но этой машине ничего и не надо. Вот даже две колонки есть, уже плюс. У водителя стеклоподъемники электронные, а у пассажиров уже на крутилках. Все просто. Мотор, автомат, ручник, руль. Вот такое грузовое отделение. Запаска находится, как у внедорожников больших, под багажником. Сейчас откинем сиденье. Достаточно много места. Я говорю, рабочая лошадка. В хозяйстве пригодится такая машина. Вообще что-то, частный дом, может быть, какой-то, либо у вас там, не знаю, какое-то там маленькое хозяйство, там производство, там небольшое. Развозить коробки по городу, что-то перевезти там. Ну, даже холодильник можно среднего размера засунуть. Вот. Не выдовый. Единственный его минус. Купить пробокс 1.3 передний привод я бы не стал. Надо брать полторашку выдовую подороже, где-то на тысяч, наверное, 40-50, но мотор 1,5-литровый и ВД. Все, машина просто танк. Танк от Toyota. Средняя цена такого автомобиля 410-420 тысяч с четверкой оценкой, 2013 год. Неплохо. Потом продать вообще можно легко, вы будете первый хозяин, у вас молодой автомобиль относительно, что на рынке очень много пробоксов старых, у вас реальный пробег, аукционник, вот, поэтому, ну, машина вообще одни плюсы. Конкурентов у данного автомобиля практически нет, единственное только Nissan Adena и Nissan Vingroad, а так
у Пробокса нет конкурентов, и поэтому его берут как горячие пирожки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам интересны вообще какие-то автомобили подобного класса, вы не знаете, что купить, сколько стоят они. Звоните, пишите, менеджеры все посчитают, объяснят, как купить, сколько ждать, как платить деньги, там, на кого он будет оформлен. Всем пока!